Я работаю в комитете инфраструктуры транспорта, глава подкомитета АБ транспорта. О чем вы вспомнили сейчас? Я 4 года на это смотрели. И мы прекрасно все наблюдали, как прекрасно работали все дорожные службы. Я в предвыборной кампании посмотрел, как работала инфраструктура. Все объекты, которые были построены в 2018 году, не продержались даже года. Те объекты, которые построили в этом году, продержались по месяцу. Где деньги, Зина? Ну, вообще, это такое вербольное. Вы за этим, зачем за этим не смотрели. Вы строили так, что оно все распалось, а теперь вы спрашиваете, где дороги? Шановные, вы себе идите корректно. Спасибо. Это ваши интересы. Спасибо, Игорь Петрович. Спасибо большое. Да, спасибо. Ну, я спасибо, да, пожалуйста.